Ребят, всем привет! Добро пожаловать на канал Аринка Мискик. Усаживайтесь поудобнее. Сегодня будет обзор покупок из магазина Fix Price. Да, вы не ослышались, я сейчас буду снимать заново, как я раньше и снимала, обзоры покупок, которые совершала именно в Магнит Косметик. Сейчас они расположены практически у нас по всей нашей могучей большой стране, поэтому я думаю, данное видео тоже будет кому-то интересно. Если так, тогда вас приглашаю к просмотру, усаживайтесь поудобнее и начнем. Первое, с чего хочу начать, это покупка. Вот такая вот покупка из магазина Магнит Косметик. Вы знаете, как я нежно люблю производство фирмы Зева. И, ну, методом проб и ошибок я пришла к выводу о том, что предыдущие версии туалетной бумаги Зева, они не очень качественные стали и более-менее сейчас и по цене, и по качеству стала вот эта вот их серия Deluxe. Очень сильно мне она нравится, прям очень. Здесь 8 рулонов, стоит это... По акции можно приобрести со скидкой. Цену называть не буду, потому что во всех городах цены разные, но в принципе это доступно и хватает достаточно надолго. Кстати, с впитывающимися подушечками. Я так долго смеялась над этой рекламой, а оказалось, что на это я и повелась. Следующее, что я купила, это тоже производство фирмы Deluxe. Я уже все повытаскивала, потому что именно пошла в магазин, потому что у меня это тупо закончилось. Это мои бумажные любимые полотенца. В этот раз это серия премиум. Они еще, девочки, такие более плотные. Они не расползаются при использовании. Очень удобно их использовать на кухне. Я больше практикую использовать их сейчас именно для ухода за собой. Ну и в принципе, вот этот вот второй рулон у меня пойдет сейчас на кухню, и здесь был приятный бонус магнит. Магнит у нас был апельсинка, Кирюха его уже упер, так что простите, у ребенка забирать я точно не буду. Но еще раз говорю, из всех полотенец, которые я пользовалась, Зева, они как-то вот остались в моей памяти, в моем сердце, в том, что они очень хорошие, качественные и, в общем, классное качество. Следующее, что купила, это я купила для Кирюхи. И, наконец-то, в нашем магазине они снова появились. И появились они вот с такой вот заглушечкой. Это вообще очень мега круто. Это, да, если вы вспомнили, об этом я говорила еще в прошлом году, когда я покупала, снимала подобные видео покупки из магазина Магнит Косметики. Я вам рассказывала о том, что продается такая влажная туалетная бумага фирма Aura Nice с ромашкой. Это туалетная бумага, которая биоразлагаемая, и мамочки на заметку, очень удобно, даже удобнее, чем вытирать влажными салфетками. 72 листа заменяет 2 рулона обычной туалетной бумаги. Мне очень сильно нравится то, что, во-первых, сейчас стала более удобная упаковка, это вот эта вот защелка, то, что как бы очень даже круто. Ну и вообще мне нравится данная упаковка. Взяла последнюю, девчонки, и, блин, если было бы 2, я, наверное, взяла бы 2. Очень крутые, всем мамочкам настоятельно советую, если вы путешествуете, то тоже обязательно возьмите, всех вообще выручит. Следующее, что купила, это были вот такие вот Green City, мои просто любимые мешки для мусора, они идут биоразлагаемые, да, у меня сейчас такая стоит определенная, значит, такая галочка в голове о том, что лучше брать биоразлагаемые, дабы хоть как-то не вредить нашей природе, чтобы нашим детям, правнукам и внукам досталась чистая экология, либо близка к этому. Так что впервые в России биоразлагаемые фирма Green City взяла такие мешки, очень сильно мне нравится, и 35 литров они, собственно, ну, хорошие, мне нравятся данные мешки, так что беру их не в первый раз. Следующее, что я взяла, это мне нужно было взять 2 зубные щетки. Я их буду использовать именно для чистки труднодоступных мест. Фирма называется Ruger. Написано средняя жесткость, но это самые дешевые зубные щетки, которые я нашла в магазине Магнит Косметик. Но они, еще раз повторюсь, они мне нужны будут для чистки деликатных мест в доме. И также я ими чищу ювелирные украшения. Очень нравится. Следующее, но это не совсем для дома, взяла Белла. Это у нас, получается, ватные диски тоже закончились. Я их взяла, они, по-моему, даже по акции там стояли у них. Ну, неплохие такие ватные диски, но... Без энтузиазма с ними. Следующее, что я взяла, это просто моя, наверное, любовь в последнее время. Это Пемолюкс
старичок Пемолюкс, я взяла сода 5 морской бриз, если пительно-белый, сода 5 экстра. Очень нравится тем, что это настолько универсальное средство, и можно почистить все, вообще все. Вот, мне кажется, это аналог дорогого средства Сиф, если я не ошибаюсь. Но по мне оно одинаково. Единственное, что вот это получается намного бюджетнее. Ну, там что-то стоит по 60 рублей штучка, либо 62 рубля штучка. А я купила, по-моему, там акция была на него или какая-то скидка. Не помню, девчонки, взяла две штуки, потому что больше просто тупо не было. Следующее, что я взяла, и это, та-дам, это мой любимый вернель. И взяла я аромат дикий гибискус и роза. Я уже его брала. Мне не очень сильно нравится этот аромат, но он не вызывает у меня отвращения. Взяла его, потому что моего не было, который мне сильно нравится, и решила взять этот. Потому что, ну, нужен мне кондиционер, без него я никуда. Мне нужно, чтобы все полотенца были мягонькими, вкусненькими, ароматно пахли. И вот взяла этот. Так что вот такой вот у нас теперь новичок стоять будет в ванной. Следующее средство, что я взяла, и это я решила попробовать. Мне, так сказать, я последнее время в этом году занимаюсь своим здоровьем плотненько. И я заметила то, что последний раз, когда я была у медсестры, она мне ставила укольчик, у нее было вот такое вот мыло стояло, и я ее спросила, а у нее раньше всегда стояло мыло Детол. И она сказала, как бы в принципе Детол тоже классное мыло, но вот это получается по цене чуть дешевле, чем Детол, и объем его здесь больше. И, в общем, я пришла в Магнит Косметик за своим мылом Детол, его не было, и я взяла вот это вот мыло. Здесь прям написано, что оно убивает все бактерии, кожный антисептик, дезинфицирует, гамма-положительные, гамма-отрицательные разные бактерии. Так что я уже диффузор его перелила тут, действительно, девочки, чтобы вы видели, литр. Ну, надеюсь, то, что да, действительно, оно будет что-то там убивать, и все будет отлично, все будет здорово. И кульминация моих покупок была сегодня, точнее, в Магнит Косметик. Это был мой любимый клин для окон и стекол. Очень сильно мне понравился это средство для очистки стекол. Правда, не очищает хорошо, не оставляет разводов, очень хорошая пена, нет никаких нареканий, беру не в первый раз. И вообще смело могу порекомендовать, действительно стоит своих денег, и не нужно никакой дополнительных усилий для того, чтобы очистить ваши окна, стекла и стеклянные в какие-либо поверхности. Так что вот так вот, девчонки, вот такие у меня были покупки в этот раз в Магнит Косметик. Если вам, конечно же, понравилось данное видео, поддержите меня пальчиком вверх, пишите комментарии, какие ваши любимые продукты в уходе за домом в Магнит Косметик, что вы чаще всего берете, какие аналоги данных продуктов берете. С удовольствием почитаю, если вам нравится такого рода видео, конечно же, тоже оставляйте комментарии. Видео «Хозяйки на заметку», мне кажется, что может быть приятнее, когда найти какую-то классную штуку в уходе за домом и облегчить себе хотя бы чуть-чуть жизнь для того, чтобы побольше уделять время своей семье. Я вам желаю хороших, выгодных покупок, хороших скидок. Берегите себя и своих близких. А с вами была ваша Ирина. Увидимся в скором будущем новом видео. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.